стало известно имя юбилейного 20-го клипа, набравшего 1 000 000 просмотров на нашем официальном YouTube-канале. Им стало творение исполнителя Беркута Айналайн, посвященное его возлюбленной Аише. Отметим, что это 1 000 000 Беркута на нашем официальном канале на YouTube. Напомним, презентован клип был в начале февраля. С особой гордостью хочется отметить, что съемками этого творения занималась команда Gakku Entertainment. Кстати, совсем скоро, 1 мая, мы презентуем ремикс-версию данного творения. Напоследок добавим, что все самые яркие премьеры по традиции только у нас, так что подписывайтесь на наш YouTube-канал и наслаждайтесь лучшими новинками современной казахстанской музыки.